В этом видео компания Novel Group приводит общее описание прачечной в детском саду, а также примеры комплектации оборудования. Помещение под прачечную должно быть не менее 20 квадратных метров, а в идеале в два раза больше. Также есть ряд правил, которые обязательно должны соблюдаться в прачечной детского сада. Эти правила регулируются нормами санитарных требований. В обязательный список оснащения прачечной в детском саду входят профессиональные или полупрофессиональные стиральные и сушильные машины загрузкой от 6,5 до 25 кг. Гладильный каток шириной вала от 60 до 160 см. Тележки для перевозки и стеллажи для хранения и сортировки белья. Если у вас большие объемы и высокие требования, может потребоваться дополнительное оснащение. Для оптимального выбора оборудования необходимо знать, сколько в среднем белья проходит через прачечную, сколько персонала ее обслуживает и какие требования к качеству и времени, выделяемому на стирку, предъявляются режимом учреждения. Менеджеры Novel Group помогут вам подобрать оборудование под конкретное помещение и выделенный бюджет. Комплектация номер один. Прачечная в детском саду на 130 детей. Как правило, ставят 1-2 стиральные и 1-2 сушильные загрузкой от 6 кг. Компания Novel Group предлагает вам установить машину Аска загрузкой 8 кг, количеством 3 штуки. Также можно установить сушильные машины Аска загрузкой 7 кг, количеством 2 штуки. Идеальным решением будет гладильный каток или ТЭКС. Комплектация номер 2. Прачечная на 240 детей. В большой прачечной в детском саду понадобится 3 такие стиральные машины LG загрузкой 10 кг и 2 сушильные машины LG загрузкой 10 кг. Также подойдет гладильный каток или ТЭКС. Комплектация прачечной – это всегда конкретный случай. Напишите нам в отдел продаж, и вы получите подробную консультацию. Мы поможем подобрать индивидуальный комплект оборудования для вашего бизнеса.